Всем привет, добро пожаловать. Приключения в Fallout продолжаются, и эта серия будет посвящена штурму крепости или замка, что-то там Минитменов. Но прежде, зачищая, значит, дом, который мы вскрыли при помощи собаки в прошлой серии, я обнаружил здесь у нас тайный какой-то проход. В нем был легендарный гуль, я с него получил, значит, вот такую вот раскрашенная металлическая броня, я ее немножко улучшил. Со статами, то есть уникальный модификатор здесь был харизме и интеллекту добавляет. Отлично, но чтоб, скажем так, показать, что у нас здесь есть, нашел еще внутри журнальчик. Тут я все пропылесосил. А вот журнал мы заберем, посмотрим, что это у нас такое интересное. Где он тут? А, вот. Руководство по выживанию в пустоши. Yes. Вы нашли выпуск руководства по выживанию в пустоши. Скорость плавания на 25% выше. Ха, интересненько. Water aerobic for goals. Аэробика для гулей. Интересно. Хорошо, забираем. Вот, на карте это находится в неком доме с красными дверями. Недалеко от карст старая глотка. Ориентиром здесь это восточная часть, а вот санктуарий вот сюда вот. Здесь General Atomics, ну и так далее. Я думаю, вы здесь легко это обнаружите. Хорошо. Но прежде, чтобы начать эту же штурм, какой-то у нас тут экшн-серию запилить, Глеб, добрая душа, порекомендовал заглянуть и попросил даже посмотреть некую интересную такую локацию, которую он там обнаружил. И сейчас мы туда отправимся. Какой-то там супер, значит, компьютер, который нужно взломать. Очень сложный. Так, уйди. Суперсложный какой-то компьютер закрывает какие-то двери. От закусочной Друмлин. Иди на... так, иди на юг, найди двери, повернись, стоя лицом к двери, значит, налево, и найдешь какую-то сточную трубу, закрытую в каком-то там фигне. Так, привет, народ. Значит, мы идем на юг, это сюда. Примерно. Так. Значит, вот туда. И что-то там найдешь. Ладно. О, снова этот автомат с едой. А ну, достанет сейчас? Ни один из них не достает. Вот такой вот облом, а. Как их тут взламывать, хрен знает. Бутылка из-под молока. А тут есть... О, смотрите. Я еще нашел квантовую эту. Ядерколу. Круто. Так. Ага, вот вроде. Нет? Черт его знает. Это юг? Нет? Я как-то так поставил. Вроде да. Вот дом какой-то. А это что? Ой, там кто-то летает. Айпод этот. Не, он не опасен. Здесь какой-то бункер. Привет. Тебя взять с собой можно? Что-то он тут охраняет. Какой-то бункер, флаг. Restricted area. Так, ладно. Врубим свет. Ядерные батареи и патроны. Отлично. Здесь нифига. О, а тут что у нас? Жвачка. Мячик бейсбольный. Так, ладно. Легкий. Я уже так немножко научился, значит, взламывать. Тут нужно на открывающие скобки обращать внимание. Тогда вам будет подсказки. Хотя, если это легкий, то здесь... Вот, допустим, вот это... Вот так вот. Неверный вариант удален. Отлично. Вот открывающие. Так, вот открывающие. Еще неверный вариант исключен. Вот открывающие. Тут нужно обращать именно на открывающие скобки. Сейчас мы найдем хотя бы одно. Уже почему. Так, где тут? Тут нет. Вот открывающие. Вот. Вот. Допустим, да, вот... выделяется область. Если я наведусь на последнюю, то нифига не происходит.
Число попыток восстановлено. Work, Warm, Lake. Вот еще одна. Так. Что дальше? Вот это работает? Нет. Так, ладно, давайте какую-то... Раз, два, три. Тут всего три слова. Work. Значит, вот это. Yes. Ха, как все просто. Управление дверью. Открыть. Окей. Текс. И чё? Какой-то солдафон. Шлем с тебя снять можно? Служивый. Кровать спать? Да нет. Коробка со взрывчаткой, осколочная граната и бутылка с коктейлем Молотова. Что, и все? Хм. Ну да, в принципе, мы в сейфах тоже не особо много так находим. Хорошо. Дом, говорит. Так, юг, 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 юг. Вот здесь, вот дом какой-то. Взять бы этого айпода. Может, тебя как-то взломать, не знаю. Нет? Чтоб радио такое летало рядом. Чё-то трындело. Похоже на дом какой-то разваленный. И иди налево в сторону, значит, этого открытого кинотеатра. Стимулятор антирадин. Полезная тема. На второй этаж, кажется, здесь нигде подняться нельзя. Хорошо. Так, становимся налево, это туда. Это будет в сторону кинотеатра? Так и есть. Значит, куда-то сюда вот передвинем меточку. Потопали. Найдешь склон, а там... труба сточная. Ух ты. Ключ от трейлера Wicked Shipping. Патроны, патроны, импульсная граната, осколочная, какие-то дробовики. Еще какой-то пистолет. То есть я, побывав на этом, на Weekend Shipping, взял этот ключ. Теперь каждый этот фургончик могу открывать с таким вот надписью. Шикарно. Продолжим. Склон, говорит. И труба. Пес его знает. Псина, ты не в курсе, где тут трубы? Вагон какой-то вот валяется. Сейчас мы быстренько осмотрим. Нет, кажется. А нет, вот здесь вот что-то есть. Так, патроны 308. Отлично, это очень полезно. Я ими пользуюсь. Антирадин, шикарно. Так, лады, отвлекся немножко. Вот и склон, кажется. А вот и труба. Говорит, заверни за нее. Будет вход. Может, в ней? Опа. Сохраняемся. Нашел, значит, какой-то коллектор. Ну, Глеб. Если это как в самолете там будет. Там, конечно, приключения такие были. Интересные. Ого. Псина. Фига себе. Что это такое вообще? Какой-то туннель. Ага. Так, тут запирающий механизм. Я так понимаю, здесь должны быть где-то компьютеры. Нет? Вот он. Кстати, их два провода. Странно как-то. Очень сложный, так и есть. Давайте взломаем. Так, скобочка есть одна. Так. Вот это не подходит. Это не подходит. Вот этот не подходит. Вот это не подходит. Вот это подходит. Вот это не подходит. Тут некуда. Это не подходит. Вот это. И вот это. Так, 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 так. Вот это. О, подходит. Блин, не то. Какая нахрен ошибка. Вот так. Слова оно убирает. Это что? Это не подходит. Вот здесь. А, музыка какая интересная. Вот. Нашел. Вот. Нашел. Вот это. Нет. Вот это, вот это. Здесь. Так. Что-то вроде как
закончились, нет? О, еще одна. Неверный вариант. Что у нас тут остался? А, так у нас неверный вариант, остался только один Access Story. Вот, все. Да, больше других нет. Ха! Управление дверью. Интерфейс управления. Открыть дверь. Замок деактивирован. Шикарно. Маклюкс какой-то. Сохранимся. Ладно. Что это такое? Какие-то мины здесь, наверное. Какой-то Роджер. Крышка. Костюмы, шкуры. Я это не буду брать, наверное, перегруз будет. А это заберу, это полезно. Турель какая-то. Что? Какой-то вот символ непонятный. А, или возможно они здесь взорвали эту стену. Я думал, здесь будет какая-то нычка, нет? Вроде нет. Легендарный Рат-таракан. Он меня не атакует. Он зеленый. Так, я, пожалуй, возьму пистолет. Ну, типа, привет там, я не знаю. Ой, мать твою. Заметил, называется. Легендарный противник мутировал. Во! Фига себе. Превратился в какую-то фигню. Что значит мутировал? Чего? Мутанта-истребительный ломик. Ого, вот это ломик. Увеличение урона супермутантом на 50%. Вот такое вот у нас оружие. Берем. И мясо. Надо было тебя сразу застрелить. Подкрепиться бы не мешало. Помощь, что у нас тут есть. Давай чашку эту. Нет, все окей. Еще один трупешник. Это какой-то Мейвен. Берем крышку. Бритва зла, костюмы спортивные, неинтересно. Патроны это я заберу. А вот опять этот символ. Так, тут какая-то... А, вот здесь вот есть нычка. Может, там стоило открыть как-то? Ядерная батарея, 10-миллиметровый патрон, патрон. И оружие я возьму. Воу, он закопался куда-то, да? Вот этот гад. Давай ему вжало. Вжарим. Мать твою. Рад Скорпион. Готов. Еще есть такие? Вроде нет. Странное тут место. Мисс Бум. Здесь все трупы какие-то. Рубашка и джинсы. Патрон. Это я возьму. Куча турелей раздолбанных. И куча каких-то именных трупешников. Что это? Терминал. Управление прожекторами. Управление турелями. Мне это больше интересует. Ошибка не цели. Админа броня. Так. Системная диагностика. Системная диагностика. Подключена турели 2. А, так они все 0%. Их нет. Ошибка состояния. Турели сдохли. Что тут включать? Вот эти турели. Так. Лады. Еще труп, еще турели. А здесь нету этого символа. Вроде нет, это как подсказка какая-то. Тут спрятаны сокровища. Хитрый Николас. Крышку я заберу. Это не надо мне. Ну так, растения. Нет, хотя заберу. Там для каких-то ингредиентов что-нибудь сварим.
патроны и это мы заберем. Журнальчик может какой-то. Псина! Эй! Милый наш родной, иди сюда. Вот еще какой-то трупешник. Давай-ка мы с тобой поменяемся. Бутылку. Пистолет фиговенький. Еще один фиговенький. Импульсную гранату я тебе отдам. Коллиматорный. Это под дробаш. Это у меня есть такой. Это под какой? Под 45-й калибр. Я под 44-й сейчас делаю. Что это неинтересно мне. Это что у нас? Под 45-й тоже. Тоже неинтересно. Ломик. Это на базу сдадим. Осколочная граната, понятно, и мина. Так, а с одеждой у нас все окей. Сохраняемся. Че там? Ничего вроде. Фрэнсис О'Деннелл. Крышка, тошка, костюм, ясно. Символа нет? Вроде не вижу. В трубах ничего нет. Хорошо. Тут кто-то есть. Вроде как. Что у нас здесь? Какая-то папка. Нет. Там какой-то жук. Сразу слышно. Так, 5.56. Да. Вот так. И карта наведения улучшенная. Очень много деталей с турелей здесь. Опять труп. Мистер Мезерс. Крышка, свинина с бобами. Ой, нет, не то. И вновь какой-то терминал. А, к нему провод вот тянется. Даже два. Давайте используем. Управление турелями. Отключено состояние, да? Системная диагностика. 100%. Это рабочая есть одна. Давайте включим, что ли? Если что, так отключим. Ну давай активируй. Активация. Так. И где эта турель? О! А, на скорпиона бьет. Чего? А, меня не бьет или не видит просто. Нет, отлично. Кто со мной там разговаривает? Терминал? Фига себе. Малфон. Так. Келли Кей какой-то. Крышка. Мясо. Забираем. Так. Тебя нельзя взломать, да? Нет. Вроде. И снова какой-то проход в неизвестную дали. Ладно. F5. Что это у нас здесь? Синты! Мать твою! Тихо, псина. Ну я тут влип. Чё там стреляешь? Склеился, нет? Это я еще никогда не видел синтов вживую. Где ты там? А, стоп, здесь двери, как их тут открыть? Во время боя, наверное, нельзя? Открыть легкий. Попробуем. Вот. Так, неверный вариант. Вот. Вот. Не то. Это закрывающий, вот открывающий. Тут слишком далеко. Вот еще одна, нет. Это тоже нет. Это что? Это какая-то фигня.
Вот еще одна, вот еще одна. А вот это подходит. Вот это тоже какая-то... О, нашел еще одну. Так, у нас слова остались. Край чего-то там. Вот это какое-то слово. А, ну понятно. Управление дверью. Всего два варианта осталось. Ну, открывай. Макс Люк. Замок активирован. Получение доступа к замкам. Есть. Где ты, мать твою? Вон он, да? А ну-ка вот так вот. А он быстро, даже с 10-миллиметрового. Сколько там? 5 пулек и склеился. Ничего тут вроде нет. Заходим. Че это вообще нафиг такое? Чего? Defense Intelligence Agents United States of America. Ни хрена себе, крышка. Оборонное агентство здесь. Это не отсюда ли началась война? Ну как, или мы снова можем еще одну ядерную провести? Запустить какую-то ракету. Так, какой-то ключ. Фиг его за какие-то синты, что они здесь делали. О, реактор. Забираем батарейку. Супер. Плюшевую мишку отдам собаке. Она их любит. Так. Оборонная картотека. Здесь еду готовили. Патрон, грязный полосатый костюм. Ха, майка и клакс. Но это я брать не буду, наверное. Столовая ложка. Половник. Кресло. Что это? Свинина с бобами. Так, подушка с соломой. Сломанная лампа. Стой. Песик. Нет. Ясно. Ясно, что вообще ничего не ясно. Да, Глеб, ты будешь удивлен наверняка. Синт, у него есть ядерная батарея и какой-то институтский пистолет. Прикольно выглядит. Институтский пистолет, значит. Заберем. Картотек, наручники, медицинские ножницы. Нахрен это надо. Вот еще один пистолет. Этот работает? Кажется, да. А сейчас мы ядерную атаку проведем. Ежедневный отчет по Джо Слокам. Чего? Кому? Радиотехническая разведка, командный центр. От кого? Дебора А. Финч. Подполковник. Тема. Джо Слокам 38. Еженедельный отчет. Начало время до инструктажа по легенде. Мальчики и девочки. Поступили данные за сентябрь. В 38 выдался загруженный месяц. Посещаемость повысилась на 18%, несмотря на сокращение усилий по уборке вдвое. Там дали зеленый свет на операцию генерала «Тухлое яйцо». Что? Вот, блин, вояки такого попридумают. Так что по пути к лифту задерживайте дыхание. Если кто-то упоминает база Бейтс, включайте дурака. Хитом на деле была... Хитом недели была начинка из малины со сливками. В четверг заходил мэр для личного знакомства. Лично спросят друзья и родные. Вы были внизу в отделе поставок и все пропустили. В субботу разыгралась гроза, и молния вышибла трансформатора. Целый квартал на 4 часа остался без электричества с 9 до часу. Те, кто в тот момент дежурил, уже прошли инструктаж. Но всем достаточно знать, что отдел поставок был на это время закрыт на вечеринку с пончиками. Запомните, уходите от ответа. Чем меньше подробностей рассказывайте, тем меньше шансов, что вас поймают на лжи. Конфиденциально, не разглашать, конфиденциально. Ха, отчет Гундукуш. Гиндукуш. Капрал какой-то, доктор Гиндукуш. Перехват ТН,
TPN. Вам нужно все это, можно получить из неизвестной передачи TPN-03. Агентурная разведка, радиотехническая разведка, что угодно. Это крайне важно. Требуются ежедневные отчеты, как только что-то получите. Сразу внесите в банк данных. Хэллоуинская вечеринка. Вот это по нам. После смены мы идем к Антуану на самую настоящую вечеринку в честь Хэллоуина. С костюмами и прочим. Будут гражданские, включая кое-кого, кто тебе, по словам Кейт, обязательно понравится. Точно не подстава. Тебе надо отдохнуть. Это задание всем нам дается тяжело. Так что не позволяй этим неудачникам из отдела данных испортить тебе настроение. Так. Ладно. Пока не знаю. Пока так, очень интересно. Оборонная, значит, тарелка с желтой каемкой. Нам явно это не нужно. Где этот синт? Я его тут прикончил. Давай батарейки, пиндалет свой давай. Такс. А это очень похоже на... как кресло президента. Знаете, вот какой-то бункер. Он здесь сидит и вещает что-то. О, руководство по тайным операциям США. Вас будет труднее обнаружить в режиме скрытого перемещения. Вот такая вот книженция. Отлично, мы ее берем. А находится она здесь, некое место какое-то там. Через трубу нужно залезть. С очень сложным, значит, замком. Это недалеко от закусочной Друмлин. Очень сложным терминалом, точнее. Вы его взламываете, заходите сюда. И здесь вот на столе лежит, собственно, этот журнальчик. Так, это что? Центральный терминал. О, давай, запускай. Добро пожаловать в Сепрепко Индастрис. Требуется пароль. Ну, сейчас мы вам устроим пароль. Сейчас будет вам пароль. Так, открывающие скобки не подходят. Вот, уже вижу. Это не подходит. Это не подходит. Вот это. Вот это. Так, это не подходит. Вот с этой тоже фигней что-то не то. Intel. Вот это тоже не то. Вот это. Ну-ка, нет. Вот, нашел. Число попыток восстановлено. Так, с этим ничего не сваришь. А, вот, кстати, вот такие вот две рядом тоже они. Так, здесь фигня какая-то. Что здесь? Фигня какая-то. Так, 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 так. Где? Где, 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 где? Вот еще одну нашел. Вот это, допустим, нет. Вот открывающая, одна из них должна сработать. Ну, хотя бы нет. Ладно, так. А, так все пароли исключили мы. Что я ищу? Вот. That's it. Состояние боеготовности 2077. Центральный компьютер коммутатора SV01. Разрешение на анкоридж, боеготовность 3. Командующий Тихоокеанского флота докладывает о трех НПО у побережья Калифорнии. Ожидание ответа КНШ. Обнаруживает авиацию эскадрилью, возможно, Китай, на большой высоте у Берингового пролива. А Сяо докладывает о четырех вероятных запусках. Боеготовность 2. Это начало войны, получается. НОРАД подтверждает наличие объекта в воздухе. Боеготовность 1. Подтвержденный приказ. Сценарий ответных действий. MX-CN-91. Повторяю, MX-CN-91. Пенсильвания, Нью-Йорк. Подтвердите удар. Первые... В самом начале игры, да, нам говорили, что упали первые боеголовки. Отключено, отключено, отключено. Ну и потом началось все рушиться, как карточный домик. Отсюда нанесли ответный удар? Или это один из бункеров, который принимал это решение? Вот какой-то приказ. MXCN. Именно он послужил началом в Третьей мировой. Прикольно. Так, назад. Что это такое? Архив какой-то. База данных повреждена? Печально. Ладно. Так. Древний глобус. Папки я возьму. Что это у нас? Какая-то книга. Какой-то терминал очень сложный. Тут все что-то очень все сложное. Блин, символа как говна просто.
ни одна не подходит. Так, где тут отпирающая? Вот одна. Вот, блин, не то. Вот сюда. Вот это нет. Значит, вот это нет. А с это что? Вот еще одна. Вот эти вот тоже не подходят. Вот скобочки. Вот две подряд. Это не подходит. Это тоже не хочет. Так, что-то я пропустил, но у нас три слова. Или сколько? Respected. Вообще не под... не туда. Совпадение ноль. Значит, D последнее не может быть. Вот, followers. Управление оптической ловушкой. Давай. Оптическая система обнаружения. Добро пожаловать, администратор. Выберите пункт. Нахрен. Отключить. Супер. Оптическая система обнаружения. Активируй. Так, нет, ничего не активировать. Выход. Ну, попали дальше. Так. Чекпоинт альфа. А, вот они. Опа. Эй, мать твою! Я тебе дам за псину. Покеда. Hello. Прикольно так дохнет. А, вот одна в стене. А я могу их? Слушайте, давайте включим. Заберем детальки. Это они вообще? Или нет? Интересно. Открывает. Так, назад. Добро пожаловать назад. И чё? Ядерная батарея и медь. Больше нет? Враг бежал, мудрое решение. Эй, ты где? Странно. Так, ладно, сейчас мы тут разберемся. Пока вот так. Какая-то скалка, валик. Там двери куда-то. Тут таракан где-то. На, мать твою. Ого. Их прокачали. Да чтоб тебя. Пока завалишь. Здесь ничего. Даже аптечки нет. Странно. Радикс, пакет крови. Вот здесь аптечка есть. Ну, женский. А это что у нас? Бостон Бьюгл. Я думал, журнальчик еще один. А вот здесь вот что-то валяется. Винт. Ха, наркоманы, блин. Господи, тут все закрыто. Так, какая-то кладовая. Чудо-клей, предохранитель. Патрон, патрон, бутылка, укрепленный снайперский, чего-то там. Швабра я не буду брать пока. С этим справлюсь. Женский, мужской, так, ладно. Где этот синт, чертов? В этой бочке ничего нет? Вроде нет. Так, туалеты на... право, а здесь департамент X, датабанки, сайт РНД какой-то и выход. Чекпоинт альфа. Ну, вот это и есть, по-моему. Нет, стоп, defense. Хрен тут. Сайт. Так, ядерный институтский пистолет заберу. Телефон. Так, письменный стол. Так, компьютер тут разбит.
Что здесь у нас? Коробка со шпильками. Пойдет. 6 штучек целых. Вот эта музыка мне напоминает почему-то вот, ну, этот, господи, Mass Effect. Вот хоть убей, Mass Effect. Так, тут нет ловушек? То я там что-то поактивировал. Так, тут, кстати, какой-то провод вот начал тянуться. Нет, здесь нифига нет. Лучше открою. Чекпоинт Альфа. Это сюда. Так, департамент датабазы. А, криомины. Я думал, это синт. Нет, это не синт. Ха. Пепельница. Courage today, victory tomorrow. Support your troops by war bonds today. Поддержи свою эту, купи какие-то бонды, в общем, акции, прокламации, шмакции. Департамент X, RNX, туда я выйду, наверное, посмотрим. Так, а где здесь эти мины? Вон одна вижу. Аккуратненько. Какая-то криомина, мы ее заберем. А, вот еще одна. И вон валяется. Еще есть. Вот еще одна. Криомина, значит. Больше нет. Здесь у нас выход. Ладно, значит, мы посетим металлический ящик. Исследовательский терминал. Добро пожаловать, совершенно секретный исследователь. Отчет по разделу тролливали. Инициация ПАМ уже приносит плоды. Иностранные агенты сообщают, что корректирующие меры, принятые в регионе Тайваньского пролива, в незначительной мере стабилизировали ситуацию после инцидента Паскаль. Первые несколько циклов в основном коде ПАМ значительно повысили эффективность программы. Но без решительных мер мы приближаемся к рубежу падения эффективности. Команда просит удвоить бюджет на следующий финансовый год. Дополнительное обновление банков данных позволит увеличить вычислительную мощность ПАМ в 3 раза. Кроме того, инициатором ПАМ автоматическое... Какой-то интеллект. Создание этих двух факторов даст нам явное преимущество над китайцами. Сохраненные записи. Ух ты, чит у нас тут. Протокол. ПАМ запустили сценарий нападения Китая и СССР. Обработка. Запрос. Какую цель преследует лицо председатель в этом гипотетическом наборе факторов? Завоевание? Запускай программу. Наш ответ не поддается логике. При идеальном сценарии первого ядерного удара остается 59 от американского арсенала ядерного оружия на ответные меры. Факт. Невозможно завоевать то, что уже уничтожено. ПАМ. Председатель Чен не всегда следует логике. Он не всегда будет принимать логичные решения. Мы это уже обсуждали. Внимание, человеческое непостоянство приводит к сильному искажению статистической модели. ПАМ, запускай программу. Внимание, внимание, аварийное отключение. Зараза, мы ее потеряли. Отключаю ее, журналы сбоев у нас есть. Ясно, здесь какая-то модель, то есть они пытались провести. Ты бы не могла повторить для генерала то, что только что сказала мне? Факт. Китайская стелс-технология намного превосходит наши возможности. Факт. Китайский разведывательный аппарат достаточно эффективен, чтобы скрыть крупномасштабные исследовательские операции от американских агентов. Вывод. Вероятность того, что китайцы провели крупномасштабный эксперимент со стелс-технологиями, составляет 91%. Крупномасштабный? В каком смысле? О каких возможностях идет речь? Американские проекты с применением данной технологии, смотри, стелс-бой, используют обратное проектирование захваченной брони Хэйгуи. Научные принципы, лежащие в основе данной технологии, неизвестны, поэтому теоретические границы также неизвестны. Однако так называемый «призрачный фронт», о котором докладывали станции А1Б 19 ноября, может быть признаком того, что уже началось тестирование подводных судов. Боже святой, думаешь, у них есть стелс-подлодки?
Приближение второго порядка не позволяет сделать окончательный вывод. Объяснение. Логическая цепочка данных предположение включает слишком много переменных. Требуются дополнительные данные. То есть даже приблизительно угадать не можешь. Связь человека с машиной прервана. Прошу прощения, сэр. Мы все еще работаем над некоторыми сбоями. Пам. Она может быть очень упряма, когда речь идет о необоснованных предпочтениях. Предположениях. Пам. Что за пам? Упряма? Она машина. Сэр. С каждой новой версией она становится все своевольнее. Я не собираюсь докладывать начальникам штаба об этом бреде со стелс-блокадами. Со стелс-подлодками, пока не прибудет доказательств. Нелепо думать, что китайцы работают над столь масштабным проектом, а нам об этом ни хрена не известно. Достоверные разведданные из провинции Шэньси практически не поступали в течение 3,1 лет. Однако в провинции наблюдается всплеск импорта комплексных полимеров и других ключевых синтетических веществ. Количество этих материалов соответствует крупномасштабным исследованиям в области стелс-технологий. Я чтоб ни слова не слышал, пока не будет конкретных доказательств. Фига себе. Вот так, теперь отсоедини кабели. Готов. На каком уровне целостности данных? Мы узнаем, пока ее не запустим. Запуск связи человека с машиной. Господи, она работает. Все показатели в норме. Начинаю анализ данных географического местоположения. Она действительно работает? Даже не верится. Учитывая, что она сотворила в июле, говорят, ее могут отправить в Белый дом. Оценка завершена. Присутствует доктор Мэй и доктор Рамариджан. Интерфейс работает неплохо. Когда она его запускает, вы видели, сколько циклов для нее использует Малькольм? Пам. Выполни основную функцию. Боеготовность третьего уровня. Шансы повышения уровня в этом месяце составляют 12%. Для повышения глобальной стабильности необходимо принять набор разных тщательно подготовленных стратегий. Я сообщу генералу, что пам функционирует. В 77 году. Так, какой пам? Шмам. Ёб твою мать налево. Что это вообще так? Ха! Нет, вы это видите? Лунная мартышка Джинглс. Так, сделаем тут скрин. Заберем. А это у нас что? Как вот терминал еще? Так, попытки, шмопытки. Так, скобки. Скобки. Еще. Еще. Вот здесь. Вот тут. А, вот здесь. Почему нет? Ну вот же закрывающий и открывающий. Что за бред? Как хотят, так и ставят. Вот. Почему нет? Вот две скобки. А, один вариант, наверное, остался. Я тупица, блин. Да, тут нечего больше разгадывать. Да иди сюда. Новый уровень. Управление дверью. Залип с этими разгадками. Так, интерфейс управления. Состояние занято. Что занято? Открывай, блин. Опа, что-то открылось. Бутылка пина. Пиво. А, вот синты. По-моему, да? Эволюция какая-то. Ого, что это за махина такая? Это эволюция синтов. Это эволюция создания ПАМ. Research Project. Ну, это мистер помощник. Это всякие протектроны. Прикольно. Это самый, наверное, мощный вот этот, который мы там на свалке один встретили. Так, что это? Как вот планшет. Так, здрасте. Плитка. Много вещей. Какая-то фигня. Ну что, и все? А, вот рядышком есть двери. И, кстати, провод еще туда куда-то тянется. А, гладкоствольный. Тайник с крышкой. Интересно. Псина, иди сюда. Эй. Here. Давай поменяемся. Так, я тебе отдам, как всегда, институтский пистолет. Ну, 15 урона всего лишь, но так сделаем из него что-то такое. Укрепленный гладкоствольный. Фигня это.
Так, одежда, хлам. Забирай. Давай. Повесели народ. Есть. Так, хорошо. Тайны, загадки, интриги, расследования. Что-нибудь еще здесь есть? Вроде нет. Что в ящике? Странно. Это крайне все это странно, непонятно. Выход. Так. Вот еще какая-то дверь. Блин. Ну это ж надо так обломаться. Гарри. Что у нас здесь? О, батарейка. Блок ядерный вижу. Это уже второй здесь. Чудо-клей. Отвертка. Псина. Чуть меня тут не закрыл. Это выход. Пока не особо интересно. Может, я что-то пропустил где-то? В этой... это дата-банки. Здесь я был. Мы здесь все осмотрели. А это что такое? Вот, департамент R&D какой-то. Твою мать. Напихаем. Вот гад, заныкался. Да вылазь давай. Распался на атомы. Департамент X. Институтский пистолет. Крышка, патрон. Легкая закаленная рейдерская броня. Неинтересно. Верстак для создания брони. Неинтересно. Лампочка. Как вот чудо-клей. Но это я все потом пропылесошу. Или хотя, давайте заберем. Поскольку вроде как собака еще может это все забрать. Канистра. Броня мне точно не нужна. Что это у нас? Какой-то генератор, реактор. Какой-то сейф. Защищенная дверь открыть. Требуется терминал. Ну, сейчас будет. Опа, нет доступа. Ага. Здесь нужна какая-то карточка. Департамент X. Не знаю, что это такое. Нужно найти какой-то пропуск. Но явно это не в этой лаборатории. Самодельный аккумулятор. Возьмем. Оружейный верстак. Ух ты, а это что? Защитный комплект. Еще один защитный комплект. Секундочку, а что за защитный комплект? Сопротивление радиации 1000. Это наверняка самый лучший вообще. Он полностью закрывает тело вместе с каской, да. 1000, просто в радиации можно ходить без каких-либо этих проблем. Фига себе, вот этот подгон. Эй. Обмен. Так, институтский пистолет держи. Это держи, это держи, это держи. Защитные костюмы держи. Противогазы. И хлам всякий. Вот так. Шикарно, по-моему. Гребаные синты. Хрен вас поймешь. Глеб! Если ты это смотришь, я уперся в двери, я не знаю, как их открыть. Честное слово. Департамент X. Явно карточка не в этом бункере находится. Нам нужно найти еще какой-то один такой. Здесь не было никаких офицеров. Или я слепой. Ну, взорвать их никак нельзя. Terminal somewhere. Terminal somewhere. Вот терминал. Но, к сожалению, здесь нужен допуск. Департамент X. Мы сюда еще обязательно вернемся. Это офигительная тема. Так, теперь на выход. Мы нашли здесь журнал. Мы нашли здесь две
этих. А, кстати. Ну, самый лучший костюм, да, где находится? В... Вот здесь вот. Есть локация очень такая интересная. Чуть-чуть южнее закусочной, Друмлин. Ищите трубу. Сюда вы попадете. Вот, там очень сложный терминал. И в департамент РНД комнате. Там не забудьте осмотреться, посмотреть. Самый лучший защитный костюм, по-моему, от радиации. Это для руководства. Так, Беатрис Белл. Белл. Не твой ли там дед или кто полетел? В космос. По версии игры Fallout. Вселенной, точнее. Так, крышку заберем. Тошку нахрен надо. Какой-то лифт. По-моему, не работает. Ясно. Сейчас включим. Выполнено. Ну что ж, прощай, загадочное место. Мы уходим отсюда. Управление лифтом. Активировать. Так, где это мы? А, не этот ли... 100%! Вот как сюда попасть. Это подвал Джо. Кафе Джо. Вот как открыть эти двери. Что для этого нужно? И куда это нас перекинуло? Удалить метку. Мы находимся в Линксингтоне, по-моему. Как тут все запутано. Просто жесть. Так и есть, Лексингтон. Да, да, это самое кафе. Которое я не мог понять, как сюда вообще попасть. Итак... Нам нужно куда? Неплохо было бы поторговать, а торговцы у нас, по-моему, где находятся? Это теплица. Здесь, по-моему, их нет. Но здесь один в Булафе. По-моему, на ферме. А что их там так до хрена просто уже? Солнечные приливы. Ферма Эбернети. Так, сейчас глянем. Все это надо продать куда-то. Сдать барахло-то в этот, на мастерскую. И, наконец-то, начать серию по уничтожению замка. Штурм провести. Очень интересная получилась локация. Очень много такой вот подробности, информации. Кому действительно это все, ну, скажем так, важно, тот будет доволен. Кто желает разобраться со всем. Привет. I'm fine, and you? I just want to trade a few things. Of course. Крючки есть, патрон есть. Патрон... What can I do to help out? О, мы не знакомы. Давай-ка поменяемся. I just need to trade gear with you. Okay. Окей. Костюм мусорщика. Сам себе оставь его. Ладно, заберу. Патрон, он под этот калибр, да, шпильку тоже. Давай сюда. Все. Налоговая. А, это тут местный. Скорее всего, они тут еще арбузы добывают. Нет? Тут же 8 человек. Вот кто-то. А, ну так это... Кстати, она ведь тоже торговка. Привет. Что значит незнакомец? Ты чё? All right. Так, партии бетона, древесины, кожи можно купить. Удобрение мне не нужно. Вот кожу. Калибр, значит, так... Мое оружие. Давайте сделаем так. Секундочку. Псина. Heads up. Сюда. Head over there. Стой! Сюда, сюда. Давай, 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 давай. Давай, хороший мой. Родной. Seems to be growing well. Блин, арбуз забрал. Обмен. Так, бутылки. Давай, все, в общем. Один комплект возьму. Ладно, пусть будет два.
Хлам точно не нужно. Отлично, давай поторгуем. Excuse me. Давай, 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 подъем. Looking to make a deal? Действительно. Так. Sure. Sure. Оружие. Бутылки не буду сдавать, значит, пистолеты держи, затвором держи, импульсные. Так, вот это так вот продам. Это дробаш продам. Это под 45-й продам. Продам охотничий. Нафиг. Креамины пусть будут, крышка мина пусть будет. Ломик оставлю. Граната, мина, ракетниц. Укрепленный снайперский, что-то там, нафиг. Далее, одежда, защитный один продам. Сколько он? 57 копеек стоит. Да вы офигели. Противогазы, фигня какая-то. Защитный комплект, отлично. Здесь окей. Помощь, держи арбуз. Держи винт, я их всегда продаю. Так, овощные. Блин, 103 стимулятора. Я ни разу их еще не пользовался. Патроны есть кое-какие. Ядерный блок. 3 уже у меня. 100% заряжен. Хорошо, на 400 монет мы можем купить. Я у нее куплю патроны. Это нахрен. Что такое? Противогаз, понятно. Бафаут мне не нужно. Отвертка, хлам. Партия кожи. 300 монет всего стоит. Может взять. Текстиль, кстати, там где-то был нужен. Так, беру. Значит, мне нужен текстиль. Отнесу на базу. И кожу, наверное, давай. Блин, плюс 20. Значит, что? Что-то ей еще надо впарить. Гвозди пусть будут. Партии ткани. Диктолон, дирогдин. 45, фига себе, нагреб. Так, билеты с булочной. Я не знаю, они нужны. Они вообще массу имеют? Нет, вроде. Молотов. Может, мины эти поотдавать? А, вот резинку. Жевательную. Кукурузу. Так, кусочки. Максимально ОД добавляют, кстати, ментаты, метафрукт. О, метафрукты. Держи. Отлично. Овощной суп пусть будет. Пакет крови пусть будет. Психобаф. Это тоже нужно. Филе, стимулятор. Ладно, так, давай сторгуемся. Принять. Чуть-чуть крышек заработали. Плюс еще и патроны у нее забрали. Ну что ж, теперь нам путь-дорога предстоит на базу. 23 жителя. Твою мать. Что с ними не так? Никак не могу поднять. Вот хоть убей. Не хотят расти и все. Кто-то сказал, формула есть. Значит, у вас есть стандартно 10 жителей. Плюс ко всему и добавляется один за каждое очко харизмы. То есть максимум может быть 20. Ну, если у вас какие-то есть одежда, да, повышающая харизму, то да. Давай, псина, иди сюда. Обмен. Это одежда. Вот это все я заберу у тебя. Отлично. I guess you've got your reasons, but that just looks like junk. Да. Ну что, Престон, ты готов? Я надеюсь, ты готов. Защитный комплект, кстати, тоже должен складировать. Нет, а, оружие. Импульсное. Институтский пока оставлю. Крышка мина. Сколочную гранату. Мину. И одежда. Защитный комплект отдам. Есть. Сохраняемся. General. Генерал. Hey. Поехали просто. Конечно. Yeah, let's do this. We'll do some recon and meet you outside the castle. See you there. Мы будем ждать тебя у замка. Встретиться с минитменами где? Так, выйти. Блин. Инфо. Штурм Форт Индиаполис. Встретиться с минитменами у входа в
у стен замка. А теперь на карте это где? А какого замка? Да вы офигели! Я думал, это здесь будет. Переулок висельника какой-то. Блин, вот облом. Поторопился я, наверное. Я здесь загружусь. Быстрое сохранение, да. А то он убежит, и там будет тусоваться неизвестно сколько. Мы аккуратненько туда подойдем. И когда уже будем знать точно, мы обязательно это сделаем. Замок, значит. У нас же есть задание по поводу помочь каким-то жителям. Штурм беспокойной воды. Цель путешествия Грей Гарден. Полицейский участок. Вот это вот я еще не знаю, что это такое. Переулок Висельника. Где это на карте? Где этот переулок? А, вот здесь, да? Переулок Висельника. Что-то там зачистку какую-то надо сделать. Лаборатория Кембриджскипа. Станция Берленд. Вот, Грей Гарден. Ладно, немножко откладывается, но это будет уже в следующей серии. Мы посетим Грей Гарден, мы посетим вот эти вот лаборатории. И чуть-чуть сместимся на юг, поскольку здесь что-то какое-то у нас задание. Здесь задание. Посмотрим. Но это будет в следующей серии. На этом я с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, будут другие видео по другим интересным играм. Всем удачи, до встречи. Пока-пока.